Это мы снова Ярослав, и мы снимаем сегодня Макдональдс. Я появился в такой, канализации. Снимаем Макдональдс, я бы сам поплыл по канализации. Как бы это странно не звучало. Я играю в новой версии, и тут можно плавать. Сейчас я нахожусь в Макдональдсе. Вот вышел у Макдональдса. Нет, у Макдональдса, ну ладно, сказали, что есть Макдональдс. Вон там. Ретро-бар. Во. Чел, Боб, налей попить. Вот у тебя сколько бухла стоит. Пить хочу. О, бутылки. Боб, налей бухла. О, бухла налей. О, спасибо. За рычаг, Хоффман, Санька, большое. Ага, не, он сказал мне идти вон туда. Вот он туда. Вот ставить это сюда, идти открывать дверцу. Здесь железо. Сейчас соберу. Что железо собрать? Я, конечно, не очень сильно разбираюсь с английским. Но это, как я понял, наковательница железа. Вот золото. Что золото? 10 золота. 24 железа. Разбирается. Впрочем, я не знаю, что это есть. Новая версия Майнкрафта. Ого, золото, почему железо. Я уже неплохой работник. 38 золота. 37 железа. Пока железо больше. Теперь золото гораздо больше. Золото уже стоит. Green Assert Card. Я нашел карточку. Зеленую ассистическую карточку. Чисто. О, железо. Вот так. Все. Я собрал все. Все, наверное, не против. Чел. Чел. Боб. Роберт. Роберт, я пришел, у меня есть карточка. Ой, я завалил человека. Валим. Валим отсюда. О, Крипер. Пойдем с Крипером, там я Криперы такие, конечно. Опа, видали? Конец. Я великий Макдональдс. Вот. Все. А, типа то, что я, о чем я мечтал. Что-то буду. От холла хочу оторвать. А тебе великий Макдональдс, так. Что? Одеваем голову на себя. Работник Макдональдса месяца. Ходовой работник Макдональдса. Снеговики. Нет, вот смотрю, то надеваем. Так, вот я оделся. Я великий Макдональдс. Всё, это конец ролика. Я выпущу второе тоже по Макдональдс. И всем удачи, всем пока. Не забудьте подписаться.